Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Хоть и рого», программа о музыке и о музыкантах. И сегодня мы снова рады приветствовать у нас в гостях на телеканале «Софина» потрясающий квартет «Вояж». Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас снова приветствовать у нас в гостях на телеканале «Софина». Огромное вам спасибо, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию порадовать наших зрителей своим прекрасным творчеством. Спасибо. На прошлой программе вы играли современную музыку, классическую музыку и немного модернизировали, да, вот мировые шлягеры. Да. Что сегодня будете исполнять нашим зрителям? Чем будете удивлять нас? Ну, в основном наша программа состоит из такой легкой музыки. Это вальсы и различные инструментовки знаменитых песен, знаменитых мировых авторов. Вот в данный момент мы сыграли парижский гамен Море, французского автора, вальс. Прекрасная музыка вообще. Да, прекрасная музыка. И мы в своем творчестве в большей степени хотим радовать наших зрителей, наших слушателей такой легкой именно музыкой, чтобы она была понятна и восприимчива для всех. А почему выбрали именно эту тематику? Вот о чем вообще эти произведения, вот, которые вы сегодня будете представлять нашему зрителю? Как я говорю, уже это и классическая музыка, но и легкая музыка для восприятия. Стараемся играть легкую музыку, которую приятно будет слушать всем. А вообще квартетная музыка, она популярна у нас в Таджикистане? Вообще много ли душанбинцев посещают вот ваши концерты, слушают ваши вот исполнения? Как часто вас приглашают на какие-то мероприятия? Какую музыку вообще вы играете? Ну, в основном мы стараемся находить вот обработки для квартета и именно такой знаменитый мировых шлягеров, чтобы играть на наших концертах, на наших выступлениях. В большей степени классическую музыку мы исполняем у нас в театре с симфоническим оркестром. Я вот сам дирижирую. Ну, хотелось бы радовать наших слушателей именно такой музыкой. А вот вы проводили какие-то, может быть, свои концерты вот за пределами Таджикистана, в каких-то наших городах, там, районах, либо вот когда у нас были еще открытые границы в каких-то других странах? Не, ну, естественно, мы, конечно, участвовали в различных других составах квартета. Были поездки в Казахстан, в Кыргызстан, участвовали в различных фестивалях, исполняли нашу музыку. Ну, в составе камерного оркестра выезжали на Дни культуры в Москву, в другие страны. В основном наше творчество, я как уже сказал, связано с оперным театром. И все наши, так скажем, большие достижения в классической музыке мы добиваемся именно в оперном театре. Сейчас у нас в студии прозвучала такая прекрасная композиция «Парижский гамен». Да? Да. Можете немного рассказать об этой композиции, когда она была создана? Эти авторы больше известны в Западе. Единственное, что хочу сказать, что когда мы нашли, так скажем, нотный материал, когда стали изучать, исполнять, нам очень она понравилась, потому что светлая музыка. Да, прекрасная. Светлая музыка и музыка вальса, когда ее слушаешь, естественно, хочется и танцевать, и радоваться. Замечательно. А что сейчас будете исполнять для наших телезрителей? Вот, как я уже говорил, мы хотели бы сейчас еще одну композицию. В прошлый раз мы тоже исполняли аргентинский танго. И сейчас мы также исполним один из вариантов аргентинского танго автора Ла Кумпарсита Родригеса. Thank you.
Наш квартет, который в нашем составе уже 5 лет, когда он образован? Да, уже 5 лет. Нас всех объединяет любовь к этому квартетному, так скажем, творчеству. Как я говорил, из-за отсутствия возможности симфоническим составом исполнять каких-то авторов, вот в квартетном составе можно исполнить многих ведущих авторов, которые в оперном или в балетном искусстве, эти авторы отсутствуют, их творчество отсутствует. Вот, например, вот сейчас мы сыграли Кумпартита Родригеса. Симфонически сложно находить такие произведения или исполнять их. А квартетным составом можно все, что угодно исполнить. А кто вот выбирал название, да, такое интересное «Вояж»? Вы все вместе как-то выбирали? Ну, это наши, или вы наши, сами вот нет, уже предварительно наши девчонки, выбрали? Они у нас более, так скажем, есть такой вкус на выборы названия. Очень красивое название, как вы сами знаете. Ну, больше они могут сказать. Дарико, да? И Марджана. Да, мы на самом деле решили этот вопрос за 20 минут. Думали. Изначально мы хотели полет, в общем, разные очень идеи были. И вдруг вот Дарико осенила мысль, почему бы не вояж. То есть это была вот изначально ее идея. И все. Решили. Вояж. Все вместе тоже выбираете какой-то материал, там музыку для каких-то мероприятий? Ну, в основном, если очень редко бывает, что приглашают, но когда приглашают, в основном приглашают на какие-то мероприятия, где именно им нужна вот именно такая музыка, несложная, нетрудная, легко восприимчивая. Поэтому сидим вместе, советуемся, подбираем необходимые репертуары и исполняем. Прекрасно. Дальше какая у нас музыка будет? Какая композиция? Ну, дальше у нас мы исполним нашего таджикского автора. Прекрасно. Абдулфато Динаева «Фалак». Эта музыка звучала в различных вариантах. И для симфонического оркестра соло, дутара. И, ну, в общем, в нашем варианте она звучит для струнного квартета. Thank you.
замечательная музыка. Я бы хотела у вас узнать, почему именно эту композицию. Наиболее она у нас известна и близка больше к народному творчеству. Какое вот ваше выступление было самое запоминающееся, Тарико, у вас? Ну, наверное, это в прошлом году мы делали концерт в гостинице «Сирена». Наверное, вот это самое запоминающееся было, потому что мы там фактически исполнили всю нашу программу, все, что у нас есть. И также были совместные работы с нашим популярным диджеем Джовой. Это был эстрадный блок. Угу. Очень всем понравилось. И нам тоже понравилось. Какие у вас планы на будущее? Вообще сейчас в театре есть ли какие-то новые постановки? Очень много у нас было в последнее время постановок. В прошлом году у нас была мировая премьера оперы «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. Недавно мы совместно с творческим коллективом осуществили постановку опереты азербайджанского автора Зири Гаджибекова «Ашин Малалан». Угу. В данную секунду совместно с поддержкой руководства театра у нас идет балетная постановка с привлечением российского балетмейстера-постановщика Сергея Райника, который сейчас осуществляет свою постановку на восточную музыку, постановку «Тиша одной ночи», «Восточные сказки». Очень будет замечательная постановка. Я бы, пользуясь случаем, хотел бы всех наших зрителей пригласить на премьеру этого спектакля. Напоследок нам хотелось бы исполнить всеми нами любимого певца Элвиса Пресли, одну из обработок его песни «Can't Help Feeling in Love with You». Прекрасно. Это обработка для струнного квартета. Мы сейчас постараемся его как можно лучше исполнить для наших зрителей. Большое вам спасибо, что сегодня пришли к нам в студию на телеканал «Софина». Я желаю вам всего самого хорошего, удачи и творческих успехов. Спасибо. А я напомню, что это была программа «Хутираго». На этой прекрасной ноте мы завершаем нашу программу. Любите музыку и наслаждайтесь ей.